награда благодарному зрителю. Сегодня победители розыгрыша «My Singer» уехали с 31-го канала на новеньком авто. Конкурс проводился во время уникального проекта «I'm a Singer Kazakhstan». Активные участники смогли испытать фортуну. Победители эмоции не скрывали. О том, как это было, расскажут наши корреспонденты. Семья Сатыбалдиевых спешит забрать свой выигрыш. Осталось подписать все необходимые документы. Вот уже несколько дней эти люди не могут поверить в свою удачу. 20-летняя студентка Асель, в семье средняя дочь. Именно она стала инициатором участия в розыгрыше. Девушка не пропускала ни одного выпуска проекта «I'm Singer Kazakhstan», исправно выполняя все задания. Удача не заставила себя долго ждать. Ее номер оказался выигрышным. 0853! На розыгрыш мы приехали всей семьей, и вдруг сказали номер билета, и в этот момент поднялись мама с моей сестренкой. Мы, конечно, не ожидали, но все-таки попробовали поучаствовать. Но, конечно, рады, что выиграли. Об этом розыгрыше наш канал объявил во время старта грандиозного проекта «I'm Singer Kazakhstan». «My Singer», а именно так называлась акция, длилась на протяжении всего шоу. Все желающие поучаствовать должны были внимательно следить за проектом и выполнять задания. Каждый правильный ответ – один билет. К моменту розыгрыша их должно было быть 15. Итогом всей этой акции, которая была названа «My Singer», мы провели большой розыгрыш в одном из торговых центров города, где определили победителя. Мы стремились к максимальной прозрачности и все, конечно, хотели сделать честно, чтобы по-честному кто-то из народа выиграл машину. Поздравляем вас! Спасибо! Автомобиль для преданных зрителей. 31 канал дарит не только надежду, но и веру в чудеса, которые иногда случаются. Теперь в этом точно уверена эта счастливая семья из Алматинской области. Аскар Медыбаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.